Как получить грант на озеленение двора? Грант – это концепция озеленения, которая выдается сегодня 100 тысяч. За остальные все работы производятся за счет средств собственников. 100 тысяч – это в основном выделяется на зеленые насаждения, деревья и кустарники. А то, что если мы ставим какие-то фигуры, то это уже тоже жители сами за счет своих собственных средств. Как правило, многие жители уже знают про данный конкурс, про данную программу. Они обращаются в управляющую компанию где-то февраль-март месяц. К апрелю мы готовим уже, во-первых, это должно быть определено, длина смета. 100 тысяч дает город. Некоторые жители участвуют своими деньгами, и 300, и 200 тысяч, когда они хотят сразу же комплексно все сделать. Кто-то просто на 103 тысячи. Как правило, мы выходим на территорию, смотрим, проговариваем, что хотели бы они здесь видеть, какие деревья, какие кустарники, что позволяет сегодня у нас на территории, потому что крупномерное дерево ближе 6 метров от фасада дома не должно расти. Мы это все стараемся объяснить, принять все вот именно требования и составляем смету. Когда смету мы составляем, мы смотрим деньги, денежном выражении, сколько это смета. Но исходя из желаний собственников, мы определяемся с ценой. Далее мы обращаемся к дизайнерам, делаем проект. Мы идем на конкурс, когда сдаем документы. Мы сдаем протокол общего собрания собственников, которые вот именно решили поучаствовать в данной программе и определили стоимость данного проекта. Затем делается проект как таковой, визуализация этого проекта. И происходит уже обычно где-то у нас в конце апреля конкурс во всех районах. Все компании предоставляют свои предложения. И затем есть комиссия, мы рассказываем, почему мы пришли, что, и стараемся рассказать очень интересно про деревья, про кустарники, почему такой дизайн, это ассоциация там с фасадом дома или еще с какими-то пожеланиями. Затем комиссия принимает решение и уже определяются победители гранта. Что можно сделать на 100 тысяч рублей? Под Зулково 3 мы делали, по-моему, грант на 103 тысячи. На сегодняшний день у нас кустарники такие, как пузыреплодники, спиреи различные. У них цена от 590 рублей до 700. Кизильники, там, если закрытая корневая система, где-то 490 рублей в горшках. Поэтому за счет кустарников, разнообразия и форма красок, можно сделать хорошие, интересные проекты. И, как правило, у нас много проектов есть, которые на 103, на 105 тысяч. Довольно интересные.